Всем здравствуйте, меня зовут Ольга, вы в гостях у меня в саду, и сейчас я вам показываю свою флорибунду, юбилей принца Монако. Это ее второе цветение. Сегодня у нас 19 июля, и цветет она уже на протяжении 2 недель. Показываю для того, чтобы не быть голословной. В прошлом году я снимала про нее видео, показывала первое цветение и рассказывала о том, что она не жадная на цветение, что она цветет очень хорошо. И второй раз у меня в саду, так мы живем в теплом регионе. Я нахожусь в Алма-Ате, Казахстан. Она у меня процветает 3 раза за сезон. Пусть да. Второй раз это не такое обильное цветение, как в первый, но и не скудное, совсем не скудное. Полюбуйтесь. Как я ее, значит, обрезала? Обрезала в середине июня. Цвела она на протяжении месяца. Я обрезала все слепые побеги, убрала все слабые побеги. Укоротила на ту длину, что мне удобно, чтобы она не мешала, она падала прямо на дорожку у меня. Вот я убрала, чтобы не мешала ходить. И вот такая красавица. Вот уже отцветшие, как вы видите, лепестки самоочищаемые цветы. И вот еще сколько у меня бутонов. В чем отличие? Мне лично кажется, что на второе цветение цветочки чуть меньше. Ну, конечно, незначительные, не все, но все-таки мне кажется, чуть-чуть мельче сами цветы. Прелесть. Ну, скажите же, прелесть, каждый цветочек по-разному окрашен. Когда только открывается вот эта красная кайма, чисто с краю лепесточка, и вот чем больше цветок открывается, чем больше ему дней, тем вот больше вот этого розового оттенка на ней. Это самая неприхотливая, самая благодарная роза в моем саду. Я ее удобряю и под корень, и по листу. Обрабатываю от болезней. Делаю профилактическую обработку, естественно, от насекомых, от вредителей. В общем, я стараюсь за ней ухаживать, как и за всеми своими розами. Но это самая благодарная роза в моем саду. Всем ее советую, точно не пожалеете. Ну, на этом всем пока. Хорошего дня!